Я не помню, как я хотела сказать. Лёня. Каждый год в Витебске в ноябре на неделю приходит весна. Все покрывается зеленью. И все потому, что зеленый цвет – это официальный цвет фестиваля современной хореографии в Витебске. Желаю вам хороших зрителей, настоящих зрителей, которые будут понимать те мысли, которые вы предлагаете со сцены. Спасибо вам всем большое-большое. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.